реформы. 12 миллионов 500 пенсионеров. И две трети из них получают пенсию 50 евро. Да, безусловно. Почему это позор? Это вы называете реформами. Хорошо, хорошо. Страну нужно строить, начинать. Вы заплатите 200 долларов. Страну нужно начинать строить. Из того, что в этой стране человек должен получить право выжить. Выжить. Понимаете? Выжить. Сергей.